Сегодня мы представили мобильное приложение Форунт по прокату любых товаров, где каждый может сдать либо взять что-то на прокат. В условиях кризиса значительно урезается семейный бюджет, и не каждый человек может позволить себе покупать, допустим, да, дорогой товар. И мы хотим предоставить возможность взять на прокат любую вещь, тот же самый товар, а другим людям заработать. Мы применили все технологии в разработке продукта, чтобы максимально превзойти либо уйти вперед. Я приехал сюда на машине, которую взял сам же через мобильное приложение Форунт. Машина стоит 20 тысяч в сутки, наш процент составил 200 тенге, но в данный момент мы не брали комиссию, потому что у прокатодателя есть 100 уникальных клиентов, 100 сделок бесплатных. Но в дальнейшем подразумевается вот такой оборот.